Открыть концерт доверили музыкантам из джазового оркестра X-Band под руководством Сирика Утигенова. Шимкинские джазмены покорили зал великолепной игрой на саксофоне. Джазовый концерт стал своеобразным музыкальным днем рождения. 25 лет назад были установлены прочные дипломатические отношения между Казахстаном и Венгрией. Человеческие связи – это самые важные между нашими народами, нациями. И в том числе культура играет очень важную роль. Это значит, что культурные связи тоже развиваются, и мы, у нас есть такое намерение, что это продолжаем в месяце мая и продолжаем до конца этого года. Главной изюминкой джазового вечера стало выступление венгерских музыкантов. Дуэт Вероника Харча и Балинт Гимант исполнил авторские произведения и несколько кавер-версий на популярные композиции. Чарующий голос дуэта Вероника Харча окончила Королевскую консерваторию в Брюсселе и начала выступать на сцене в 23 года. С талантливым гитаристом Балинтом Гимантом Вероника работает в дуэте 6 лет. Увы, эта концертная площадка не располагает к этому, поэтому приходится танцевать только так. Каждое выступление венгерских музыкантов зал встречает громкими аплодисментами, но наибольший фурор на шимкентскую публику произвела композиция с элементами фолка. Солистка вообще удивила, очень приятно. Выдавала такие классные верха и низы, что вообще редко услышишь на подобных концертах. Но правда, в восторге, было здорово. Концерт понравился очень, супер. Все джазово и вкусно, как говорится. Венгерских музыкантов уже ждут ценители джаза в Бишкеке. Анастасия Новикова, Талгат Абдинабиев, Ербол Махашев. Информационная служба телекомпании «Утерар».